Анатолий Сластухин времени на даче проводит много. Бывает часто, хорошо знает всех своих соседей. А здесь вот, вот они ездят на дачу, вот Вера Андреевна ездит. Там Николай Иванович, больше здесь, по-моему, только вот трое ездят вот на этой, в этом проулке. Тесное общение с соседями – это большой плюс, подчеркивает участковый. Проблемы, когда люди друг друга не знают. Случаи кражи на дачном участке становятся трудно раскрываемыми. Очень сложно найти свидетелей, да и сам факт преступления всплывает не сразу. Этим закончился дачный сезон, осенью, в октябре. Люди уехали с дачи и приезжают в апрель, в мае, когда начинается сезон. А вот это, можно сказать, полгода за дачи никто не присматривает, она как бы находится без присмотра. Надо почаще посещать дачи, так же, чтобы как бы люди видели, допустим, что присутствует хозяин, появляется. Это может также отпугнуть злоумышленников. Дачники в большинстве своем, они знают вокруг всех соседей, да. Вот если появляются какие-либо незнакомые такие подозрительные лица, нужно незамедлительно сообщить хотя бы участковому, либо в дежурную часть проинформировать. То, что вот появился, мы проверим, посмотрим. Меры профилактики несложные, и если следовать советам, шансы уберечь от нечистых на руку людей увеличиваются. Вешать навесные замки хорошие, а при желании лучше даже врезать замки дверей нормальные. Также необходимо ставни, либо решетки на окна ставить. Необходимо вот все ценные вещи, инструменты, прежде всего, которые дачники все время оставляют на даче, забирать с собой. Вот, так как это основной как предмет кражи становится, вещи, инструменты, вот, доходит вплоть до посуды, там, алюминия. Чем оживленнее дачный поселок, тем безопаснее. Вот и Анатолий Михайлович это подтверждает. Говорит, у нас все, слава богу. Вы знаете, уже давно не слышно было. Уже давно не слышно. Вот там на тех дачах, где-то на Химах, как раз квартиру скрывали и, значит, посуду вынесли, как бы я слышал, а здесь как бы не слышно. Если мы там дальше, может быть, а здесь не знаю. Дачный сезон начался. Общайтесь, отдыхайте и, конечно, дружите с соседями. И о мерах профилактики тоже не забывайте, чтобы дача только в радость. Ольга Усова, Андрей Щербаков, область новостей.